Добрий раночок, їду на роботу. Мала б радіти, тому що повний день робочий до вечора, як в старі добрі часи, але настрій такий кепський, що просто страх. За того, що ракетами постріляли Сумську область дуже сильно, Охтирку. Люди постраждали сильно, і школу, і частні будинки. Чернігівщина. Важко це все читати, важко це дивитись. У знайомої чоловік сестри отримав опіки 4-го ступеня. Інша знайома народжує на відстані, перші роди, перша вагітність, народжує дитина десь за 3-9 земель, чоловік тут. Такі судьби поламали. Добре, що хоч живі, звичайно, але так це важко все розуміти. Їду на роботу. Я вже вдома. Зараз доволі рано. Я йшла на роботу на повний робочий день, но я вдома. У мене і нога розболілась, і голова, і одна дівчинка дуже пригнічено відмінилась. Вторую я сама перенесла, благо куди переносити було. І тяжело. З першою дівчинкою много говорили о боях, которые сейчас идут на границе с Сумской областью, о горячих точках, о погибших наших солдатах под Попасной, о том, что в каждой семье есть какая-то трагедия, и это очень тяжело, это очень угнетает, очень давит. У нас сейчас, слава богу, есть связь с Мишиной мамой. Мишина мама, она в Луганской области. У них пока только звуки слышно, что идут бои. Очень громко, говорит, очень. Мишин брат в Бердянске оккупирован. Мне некоторые пишут комментарии, россияне, что... Ну, оккупирован, слава богу, там хоть не стреляют. Понимаете, что делают эти падлы? Они не стреляют. Я не могу сказать ваши. Я отвечаю адекватным россиянам, которые говорят, мы... Ой, мы ни при чем. Ну, понимаете, у украинского народа, у украинского жителя все русские сейчас враги. Потому что просто соучастники. Соучастники убийств, соучастники всего. Под Киевом нашли еще одно захоронение, жесткое, много людей. В Мариуполе еще одно захоронение нашли, массовое. Людей убивали в разные, просто постреляны разные части тела, убивали в спину. В захоронении гранаты еще были обнаружены тоже. Ну, то есть такое скотство вообще, просто какие-то мрази, мразотское поведение. Все это, конечно, давит. И... Это гражданские лица, это мужчины, женщины, дети, которых просто убивали. Это не просто новости, это видео, это фото, это, ну, в телеграм-канале, да, это когда показывают, как нашли, как достают. Можно 300 тысяч раз говорить, а с чего вы взяли, что это именно русские солдаты. Это где, какого хрена вообще русские солдаты пришли на украинскую землю? Все, точка. Мишин брат в оккупированном Бердянске, как бы там типа днем все делают вид, что тихо, но ночью потом могут приходить. Вот от чего мы уезжали, от того, что ночью приходили и мужчин забирали, мужчин, парней, ребят, типа то траншееры, то еще какую-то фигню. Поэтому и плохо. Как и в Мелитополе сейчас. Вечно и всех забирают на поговорить. Телефоны забирают. Через день отдадим. Через день все проверяют. Просто о, мерзости. Поприлазили, как гниды какие-то. Как вощи вот, то залезли. И кусают. Разруху только несут. Это все, конечно, очень давит. Поэтому это касается каждого просто. Это тяжело. Это касается каждого. Невозможно в стороне быть. Оно давит тяжело. Усилием воли я себя подняла и поливаю цветы. Еще не знаю, показывала я вам полочку или не показывала, но полочка есть. Я ее уже покрасила. Пока я ее красила, разлила белую краску по полу на балконе, потом все собирала.
Полку Миша купил. Под низом там планируется стоять контейнер, и в контейнере будет все для цветов. Фу, думала, Миша мой едет с какой-то ванной уже. Оказалось, не Миша. Ой, сейчас можно все, что хочешь ожидать. И Мишу с ванной, и без ванны. И прицеп к машине. Что тут? Тут у меня интермедиа. Смотрите, какой уже цветонос дала. Тут yellow lip, желтая губа. Тут у меня этот пират Пикот. Он, конечно, бледненький, но он мне нравится за то, что он потом так распускается, распускается, доращивает, доращивает. И там обалденный попугай. Уже цветает, но я его вынесла на природу, на балкон. И он так долго стоит. Уже он прям побледнел весь. Скоро будут... А нет, он еще вон дорастил цветонос. Представляете? Бубочки дорастил. Да мой ты зайка. Взял и бубочки дорастил. Ну надо же. Хлорофитом любит воду. Тут я на работе трошки прибираю. Ну як, не прибираю, а просто що? Просто готуюся до наступної клієнтки. Але зараз я піду на Вії робити ріснички. Да, русські бабоньки, представьте, у нас війна, а ми робимо ріснички, манікюр, шьем одежду на заказ. І наші мужики, попадая в другую страну, не свистят чужим женщинам и девушкам, не кидаются на них, не провожают взглядом, потому что вони бачили в своем житті и красивые трусы на женщине, и белье, и ухоженную женщину, и бритые ноги. Представьте себе, да, вот такой народ украинки, красунечки наши, молодцы девчата, тримаются. У меня тревога бывает, когда гудит, еще поначалу, первые две недели. А я ищу лифчик, комплект к трусам, бо переживаю, вдруг сейчас шандарахне, а у меня не комплект. А кто-то с детей говорит, мама, ничего, что у тебя носки? Один твой, один Елисей. Я говорю, не носки, то не важно. Вот комплект має бути в комплекте белье. Да, представьте себе. Вот не понять, да, вам не понять украинок вообще. Вообще, конечно, иногда дуже хочется закрыть комментарии. Кто-то что-то пишет, кто-то молчит. А эти дебилы понаделали по два, по три аккаунта. Типа Миру Мир, Светлана, там еще что-то. Ой, мы ездили в Мариуполь с группой медиков. Вы дебильные? Не, ну скажите, вы дебильные? Куда вы ездили с группой медиков? Как? Ну, просто расскажите. Вот представляю, имею представление о Мариуполе, так, тут Азовсталь, тут Песчанка. Как, с Крыма вы заехали? Ну, окей, вы сейчас туда нагнали с Крыма людей. Завтра, послезавтра покажут, как якобы мирное население радостно рассказывает, как их Украина бомбила. Ну, это вам расскажут, и вы в это поверите. Ну, дебильные. Сами нас создавали по куче аккаунтов. Один аккаунт пишет текст, второй аккаунт пишет «Правильно сказали!» А это один и тот же аккаунт, только один и тот же хозяин, только с другого аккаунта. Какие гарные квиты распустила, это невеста. Пахнет вообще, такие кущи гарные, били. Прям такие гарные. Кущи, бузок. Вії зробила, сижу, у меня есть 5 минуток, отдыхаю, смотрю, как подборка, як зустрічають українців в різних странах. А в Іспанії. І нас не зламає війна. Це люди так зустрічають, коли бачать машину з українськими номерами. Не знаю, это так трогательно. Прям трогательно. Трогательно. Спасибо всем странам, которые нас поддерживают, любят, уважают, с
сочувствуют, сопереживают. Украинцев везде ждут. А русскими брезгуют. Просто брезгуют. Слово «русский» стало уже словом нарицательным. Знаете, зараз не кажут, ты шо, дурак? Зараз кажут, ты шо, русский? После всех тех непотребств и всего того, что творили эти нелюди. И продолжают творить. Мы николи братами не станемо. Вы пришли до нас с ураганами. В полі чистому гради лютії, не брати нам, та й не люди.